А то одним можно, другим нельзя. Значит, давайте, пока прекращает пусть работать до особого распоряжения. Кто тут делает ремонт? Ну вот собственникам говорить, это моя команда, прекращает пусть пока ремонтные работы. Еще раз говорю, кому-то можно, кому-то нельзя. Сначала мне так и точно не говорили, что здесь будет павильон. Тогда давайте другие павильоны вернем сюда. Еще раз говорю, мы делаем благоустройство, здесь должны быть свободные пространства. Вот и я тоже соглашусь, что так и должно быть. Пока прекращайте. Еще раз говорю, прекращаем работу. Завтра я их жду, мне уже не работать.